Китайская делегация Чанчунского университета во главе с ректором господином Пань Фулинь 21 декабря с официальным визитом посетила Российско-армянский университет. Почетных гостей встретил проректор РАУ Какик Саркисян. Он ознакомил их со структурой вуза и провел экскурсию по университету. Делегация побывала в саду РАУ, университетском спорткомплексе, также в Доме культуры, где студенты готовились к очередному мероприятию. Гостей также заинтересовал арт-аквариум, где обычно проводятся выставки разных художников. Картины филолога и педагога Ануш Бабаян особенно привлекли их внимание, так как были нарисованы китайской кистью на рисовой бумаге. Я рисую китайской кистью. Китайской тушью. Мы знаем, что это очень древняя, очень старинная страна, но мы не ожидали, что такой красивый
такой древний, такой исторический город. Очень впечатляет и архитектурами, и человеческим отношением к китайцам, к Китаю вообще. Нам очень приятно. И мы, честно говоря, очень хотели бы именно с помощью этого визита провести многостороннее сотрудничество с вашим университетом. И мы уверены в том, что общими усилиями мы достигаем наших общих успехов, общих результатов. За этим мы чувствуем качество обучения, качество именно, я бы сказала, что обучение, и студенты очень высококвалифицированные. Они, я знаю, что они как большой конкурс для поступления в ваш университет. Это сразу чувствуется из их прямо взглядов. Они такие активные участники. Они неравнодушные молодежь. Это очень впечатляет. И у вас очень, хотя корпус один, но мы чувствуем, что тут все насыщено, многокомплексно, и тут еще спортивные, там мы как совсем недавно познакомились с этим комплексом, видим, что у вас действительно обучаются студенты именно по их, не просто по профессиональным как-то требованиям, но и всестороннее развитие личности. Это очень важно и актуально. Спасибо большое. Спасибо. В зале заседания ректората делегацию поприветствовал ректор Российского армянского университета Армен Дарпинян. Я тоже сегодня пришел на все оружие. Стороны обсудили условия подписания протокола о межвузовском сотрудничестве в научной, образовательной и культурной деятельности, акцентируя внимание на образовательные программы обмена студентов между вузами и проведения совместных научно-исследовательских конференций. Я бы хотел, чтобы мы итогом вашего визита в Ереван было бы подписание нового, если хотите, протокола о намерениях, в котором четко будет указано, что в Российско-Армянском университете в РАУ создается научно-исследовательский центр кампуса. Я предлагаю, чтобы это был такой протокол достаточно конкретный. То есть первый пункт о том, что мы договорились о том, что мы создаем научно-исследовательский институт кампуса на базе РАУ. Второе, мы предложим наши направления исследований, по которым значит, господин Паркер Аветисян и Эдуард Мушевич Казая сделают эти направления, приоритетные направления исследования. И третьим пунктом мы предусмотрим возможность обменов студентами, аспирантами, преподавателями и значит, по всей проблематике наших исследований и РАУ, и Чанчунского университета. В знак сотрудничества стороны также обменялись подарками. Ректор РАУ подарил гостям древние армянские рукописи с символикой университета. Страна древних рукописей. Мы сохранили очень много из культурного наследия мира. Благодаря нашим переписчикам, которые переписывали разные книги, в том числе и книги по китайской медицине. А господин Пань Фулинь, в свою очередь, подарил китайские каллиграммы, нарисованные студентами Чанчунского университета с нарушением слуха. Это очень красивые каллиграммы. Еще особенно отметьте, что это наши студенты глухие, они написали. Да, не простые художники, они наши студенты, выпускники, которые они получили много премий за их прекрасное мастерство каллиграфии китайской личности. То, что у вас рукописи, а тут у нас иероглифика. Да. Спасибо.
Фадея Саркисяна, студенты Центра китайского языка и культуры РАУ, в свою очередь для членов делегации подготовили мероприятие, которое украсили китайские песни, стихи и другие выступления студентов. Здесь студенты второго курса магистратуры зарубежного регионоведения Сусана Симбанян и Атташе Сапурян. Мы — Российско-армянский славянский университет считается одним из лучших университетов в Армении. В стенах нашего университета мы получаем качественное образование, востребованное не только в Армении, но и за рубежом. РАУ в 2009 году открылся факультет геневедения, который готовит китаеведов и японоведов. На протяжении 7 лет в нашем вузе интенсивно и успешно развивается данное направление. Наши студенты учат языки, культуру, историю, политику Китая и Японии. Мы принимаем активное участие в различных конкурсах и научных конференциях, а наши лучшие студенты проходят стажировку в Китае, становятся полноценными специалистами. 快到七年，在斯洛夫大学开设了外国区语学，就是学生们研究中国和日本学习语言、文化、政策、经济等等，参加各种各样的比赛会议。我们大学院的最好的学生们去中国继续学习，很多学生已经爱上了中国，对中国文化历史很感兴趣。 Ректор Чанчунского университета господин Пань Фулинь поприветствовал студентов и рассказал о будущих совместных образовательных программах. И прослушали перевод этой девушки, как переводчика. Честно говоря, это мы не ожидали. Не ожидали, что студент РАУ произносит по-китайски так чисто, так красиво, как китайцы. Мы这次到南洋明亚来，就是想和我们这个学校进行全方面的合作，当然其中包括汉语这方面的合作。 所以我们如果能够合作成功的话，那么可能大家有更多的机会到我们学校去，然后我们也会派更多的老师到这儿来。到时候我想大家的汉语会说得更好。приехали в РАУ для того, чтобы официально подать заявку на оформление института Конфуса на базе РАУ. Я думаю, что если мы получаем такое одобрение от китайского правительства, и тогда для наших студентов будет больше возможностей учиться китайскому языку не только в РАУ, но и в Чанчунском университете. Я думаю, что тогда вы почувствуете, что ваш уровень китайского языка еще лучше и лучше. Как видите, этот корпус, это самый большой корпус учебного корпуса на северо-востоке Китая. Это его кабинеты. Он показывал, где его кабинеты. Вот его окна, 4 окна, там его кабинет. 所以大家以后有机会去我们长春大学的时候，我在那四个房间的办公室里接待大家。
Так что я буду очень рад вас принимать в этих четырех окучных кабинетах, вас принимать, дорогие ребята. 希望我们两个学校合作成功，希望我们这些喜欢汉语的同学，我们汉语说的越来越好。 И надеюсь, что общими усилиями наши университеты получают одобрение и поддержку от китайского правительства, и что наш будущий Конфуций скоро откроется именно на базе РАО. Я надеюсь, что вы, дорогие ребята, у вас лучше было бы, еще повысился бы уровень китайского языка и стали бы самым хорошим переводчиком китайского языка. 希望能够在我们长春大学接待各位，谢谢。 Надеюсь, чтобы вы скоро станете чтобы вы скоро стали бы студентами Чанчунского университета. Спасибо. Спасибо. 关心粮食和蔬菜，我有一所房子，面朝大海，春暖花开。从明天起，和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福。那幸福的商店告诉我的。 我将告诉每一个人，给每一条河、每一座山取一个温暖的名字。陌生人，我也为你祝福，愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在城市。 获得幸福，我只愿面朝大海，春暖花开。牛羊下歪酒，各级的拆门，分月的清月。 江上飞，孤猿，水清流，岸壁草的秋根，独白的你，黑秀花积分。是不是我又做错了什么？你哭着对我说。 童话里都是骗人的，我不可能是你的王子。也许你不会懂，从你说爱我以后，我的天空星星都亮了。谢谢你。 清澈阳光月，中秋白云飞，一襟平日，浪浪拂旧怀。今宵离别后，何人君在哪？
渴望的准备究竟也想在人生难免不会醉不欢更何悲再喝一杯干了吧今夏里片红何日君再来Визит почетной делегации Чанчунского университета закончился подписанием протокола о межвузовском сотрудничестве. Спасибо. 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 Good. Спасибо. Господин ректор, я очень благодарен вам. Мы надеемся, что в скорее будущем все наладится, и наш институт официально состоится. Браво, браво. Мы вас очень ждем. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо и добрый путь нашему договору.